этот телефон дозвонит. Кристиночка, сегодня у нас 22 июля 23 года. И мы едем. Куда мы едем? Расскажи. Мы идем в очень красивое село в нашем Надюшанском районе, называется Барбой. И там мы будем гулять, будем сфотографироваться. У нас маленький пикник там будет, и мы будем гулять, будем смеяться, будем разговаривать, будем отдыхать. У нас такая хорошая энергия сегодня будет. Но я не буду говорить «поехали», потому что мы уже едем! Мы уже едем! Ну вот мы приехали к озеру. Здесь нас встречают очень красивые ивы. Такой домик. Боже, как я рада видеть тебя, Лерочка. Привет, Валерия. Приветушки, я очень рада вас всех видеть. Мы очень давно не встречались все вместе. А как называется это место? Это мы сейчас находимся в село Барабой. Надюшанского района. Угу. Тут очень-очень красивое место, очень красивое обустроенное озеро, где нас сегодня были рады принять, чтобы мы провели весело, в спокойствии и в уединении время. Спасибо большое. Поехали? Поехали! Ну вот Молдавия делает для нас, для украинских беженцев, сюрприз. Это чудесную встречу на природе. Это Кристиночка. Кристиночка. У нас идут подготовки вот к нашему пикнику. Подготовка. Это Оксана. Делаем оперативчик. Оперативчик, девочки-хозяюшки. Приехали на отдых. Кто забыл, это Оксана Кот. Давно ее не видели. Она все время лежала с ножкой. А теперь вот, пожалуйста. Ой, не будем о грустном. Да, моя хорошая. А внутри кобра. Вот сколько еды. Вот сюда ставь, вот сюда. Классные. Птички, райские птички. Наташенька. Моя любимая Горева. Молодец. Виталина, подай тарелку. Сивая, а внутри кобра. Добрая, ласковая. Девочки готовятся, некоторые танцуют. Вот какие у нас украинки, замечательные, красавицы. Давно не говорила о Наташе Звинице. Наташа Звинице поет, танцует, красавица. Недавно у нее был день рождения, мы ее все поздравляли. Она была в Болгарии, маму отвозила, и доченьку. Разбираем. Это мой спортбол. А вот смотрите, у нас разминочка начинается. Начинаем веселиться. Котик, дай я себе налью, пожалуйста. Я тебе не оставила пустую рюмку. А я возьму. Тут же. Девочки, ну подтягивайтесь поближе. Ну что вы как чужие? Все свои. А что, огурчик? Одна семья. Наташа, подходи сюда. Не на меня не обращай внимания. Бери. Кардашо, подай мне колу мою, пожалуйста. Заиграет громко. Домна Валерийка, ну погромче. Делай больно ушам. Девочки, разбираем бутерброды. Девочки, чокнемся все, чокнемся. Держим рюмочки. Девочки, рюмочки. Давай. Я хочу вот это. Девочки, давайте сегодня сделаем вот так. Это наш отдых, это моя первая рюмка. Видели? А потом... Говори. А потом в центре. А потом мы в центре уже встанем. Музыка играет громко, сегодня сидит. До начала отдыха! До
Здравствуй, Лена, в Молдове. Музыка играет громко. Старая сидит девчонка. А как же рюмка? Так, моя с помадой. Моей кусок колбасы. Пойдешь, крыш судит, корень небес преломлено судит. А то мы корень, мы не стихурис, кем мы останемся, время рассудит. Может, вот завтра нас так разобьют, и будет все смерти, и я знаю, что лишь с тобой все наши. Ты и я, один на мир у всей вселенной, я тебя прошу лишь одного. Шевели губами, как будто ты поешь. Ты изо всех как можно крепче, я тебя заберу с собой. Валерия, давай с нами танцевать. Купили или поймали? Поймали. Сначала поймали, а потом купили. Наоборот. Купили, а потом поймали. Меню обалденное! Я не скажу до конца, это секрет! В конце узнаете все! Вкусно у нас будет, Екатерина Васильевна? Да. Вкусно у нас будет. Очень-очень вкусно. Да, есть же эти самые. Вот так. Оксаночка, вот. Дайте мне, пожалуйста, две эти тарелки для. Ира, на помешай салат. Дайте-ка вилочки.
Так, все там, да? Маленька, красиво. Ага. Яночка. Да як, все мне там сложено. Давайте тарелку с этим, с помидорами Натали передай сюда, девчулям, сюда, на ту сторону. Ага, ага, ага. Что ж есть? Так, ну, видишь, растянуло ты меня. Да, поки там вогонь горить, как подійду. А у кого шашлыко, да? Еще трошки. А я поставлю вот эту уху, чтобы настояли. Настоялась. Тихо-тихо, сердце бьется от любви. Им поздравляю. Я не буду. Вот не найти. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. А я опять тебя целую. И забываю во всем. Кайфуем. Have you won?